начале недели. Да, позавчера оформляли. Зная, что воскресенье будет такое. Как быть? А зачем вы подавали ваши... Подождите, мы потому что принимали. За сутки мы проходили границу. Да, пропускная способность, сколько машин. Мы стоим, а спуса никто не приходит. Спуса складируют. Мы эту пропускную способность не ограничили. Ограничила вот та российская сторона. Нет, ну так а что с нужно было? 40 машин в сутки. Наши коллеги, выходили наши коллеги. Пустая нейтралка была. Пустая нейтралка, да. И там спрашивали, почему. А вот там стоит первый их шлагбаум, на котором они по 3-4 часа машину держат, не запускают нейтралку. Ну это может быть возврат.